Не могу смириться с тем, что есть люди, которым могут не нравиться макаронные изделия. Я очень люблю макароны в любом виде, самые разнообразные, самые простые и сложные их рецепты. Сегодня один из самых простых в приготовлении блюд на каждый день – макаронная запеканка. Вкуснее и проще рецепта запеканки, наверное, не бывает. Такая запеканка очень вкусно получается как сладкой, так и соленой. Продукты доступны абсолютно всем желающим приготовить. Возьмите любые ваши любимые макароны. Отварите до полуготовности в слегка подсоленной воде с добавлением 1 столовой ложки растительного масла. В форме для запекания слегка макароны плотно притаптываем ложкой. Приготовим яичную заливку. Куриным яйцам добавим свежемолотый черный перец и соль по вкусу. Хорошенько взбиваем венчиком. Заливаем макароны. Вверх посыпаем панировочными сухарями. По вашему желанию можно твердым сыром. Запекаем при температуре 200 градусов до полной готовности и румяности запеканки. Приятного вам аппетита! До новых встреч на канале!